Но перед началом данного видеоролика я хотел бы порекомендовать свой канал на тролла. Ребята, пожалуйста, перейдите и подпишитесь на мой канал, ведь тут вы можете заработать бесплатно алмазы и не только. Ребята, если хотите заработать бесплатно алмазы, то переходим по ссылочке в описании и подписываемся на мой канал на тролла. Ведь халяву вы все хотите, так что переходим и подписываемся. Ну теперь смотрим видосик. Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Нет. Можно. Нет. Все, старт. Мне, конечно, не тот пьес, а был Азам. Зама, отслеживать делайте, отслеживать. Там уже почти 500 подписчиков. Друзья мои, тут другая система, друзья мои, поверьте мне, это не YouTube. Если тут у меня будет 10 тысяч подписчиков, у меня онлайн будет 5-6к. Понимаете, да, тут вообще система другая, тут вообще другая система. Это не система Ютуба, друзья мои. Ютуб это так, блядь. У Ютуба у тебя 2 миллиона подписчиков, у тебя онлайн 2000 может быть. Это не Ютуб, друзья мои. Тут стримерская платформа. Это Twitch, это стримерские платформы, в котором люди, которые смотрят только стримы, приходят. Против кого я играю? Я не понял. Против кого играю? Против наших или против... Идиот. Блядь, идиот какой-то зажимной. Остался Угаран или как-то. О, Виан выиграл Никулю. Где они фатятся? Где они фатятся? Вот они фатятся. Давайте убейте друг друга, идиоты. Давай. Да убей, как? Они дебилы? Просто они убить не могут друг друга, я в охрену. Фолловеры, это и есть подписчики. Да, друзья мои, фолловеруйтесь. Друзья мои, фолловеруйтесь. Против кого я играю? Никуля, против Никуля играю, только не зажимай Никуля, хажи. Никуля, хажи, не зажимай только. Ты охуела? Это что за тупой рандом был? Не понял. Это что за рандом был? Ты охуела? Я чё жопу порву, блядь. Это что за рандомка она выдала, блядь? Амшорпа, блядь. Я не понял, а в смысле, блядь? Домой, блядь. Охренеть, ебать она выдала мне тупую рандомку. Пипец, бля, не твой уровень, реально не мой уровень. Бля, что он ходит и байтит? Бля, я не понял, как... Просто бот. Блин, охренеть, пацаны, чё? Это как понимать? Ебать, мне просто дали, блядь, прикурить, блядь. Мне кажется, она с читами играет. Каким-то данзо играет. Мне кажется, она просто с читами играет, друзья мои. Вам не кажется, Никуля с читами играет? Как она мне, блядь, дала, блядь? Я ее сейчас в рот дам. Ну, она уже вдала мне, блядь, по лицу.
надо с такими еще труднее играть. Давай я тоже вот так сделаю. Блин. Спасибо большое. Тут качество хорошее. YouTube тоже режет же качество, очень сильно режет. Чё, Марс отлетел, что ли? Чё, я не понял. А не, у Марса тоже 2 хп. У Никуля тоже 2 хп. Никуля отлетел. Походу от Марса отлетел, Никуля. А вот, я против Никуля. Бля, иди-ка сюда, ты охренел. Бля, если она еще раз меня убьет, бля, я орну от жизни. Я офигею, если она сейчас меня тоже еще раз убьет. Если она сейчас еще одну рандомку мне даст, я охренею от жизни. Домой! Я сказал, и там. Коза, блин. Рандомку дала. Сейчас с кем? Мне кажется, я сейчас буду играть с этим. Либо Марсом играю. Виан играет с Марсом. Виан с Марсом играет. Давайте посмотрим, друзья мои. Виан против Марса. Делайте ваши ставки. Виан против Марса. Делайте ваши ставки. Виан против Марса. Вем против Марса. Вем против Марса. Давайте ваши ставки. Чвен или же Марс. Хорош, минус. Я сейчас должен быть против Марса играть. Я должен сейчас против Марса играть. Давай, я против Марса. Да. Хорош, хорош. У меня 4 кило, надо Марса выиграть. Бля, Чвен, бля, жалко Чвена. Все, у него одна жизнь осталась. Давайте против кого я сейчас? Против Вена? Против Вена играю. Надо Вена тоже выиграть. Надо против Вена тоже. Играю против Вена. Блядь. Сейчас посмотрим. Против Вена, друзья мои. Друзья мои, подписывайтесь. Там есть... Отслеживайте. Отслеживайте, друзья мои. Отслеживайте. Отлизывайте. Блядь, я дура, блядь, ты чё там наверху встала, блядь, я в тебя выстрелил. Где он? Чуян, братишка. У меня 2 хп, 2 жизни еще стоят. Один на один. Давайте они друг с другом сыграют, и вы, блядь. Они должны друг друга. Да, блядь, они должны были друг с другом сыграть. Нет. По факту они должны были друг с другом сыграть. Потом я должен был играть с победителем, так как я больше всех победил.
Бля, по факту я его убил. Он бы вышел, я его убил бы. В смысле смертей 6? По факту я его убил 7 смертей. Не, по факту я его убил, друзья. Сейчас чего нам надо сыграть? Бля, где он? Бля, ну, бля, это победа, да? Такая тупая карта, клянусь. Такая тупая карта, клянусь, блядь. Чисто за карту сдох. Нажмите отслеживать, да-да-да, отслеживать. Чтобы подписаться, нужно отслеживать. Такая тупая карта, просто... Не зайдешь туда, не выйти невозможно. Нахрен я туда зашел, блядь? Тупая дура. Бля, опять эта тупая карта. Пошел он в жопу, я буду от зоны, бля. Не понимаю, где он, потому что там... Я не понимаю, там наверху ходят. Бля, вот это минус, то, что наверху ходят. Алейкум, чвен! Бот, бля. Чемпион тут! Чемпион! Чемпион! Друзья мои, отслеживаем, отслеживаем, подписываемся, друзья мои. Кто хочет подписаться на мой канал, отслеживаем, нажимаем. Победитель топ-1. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а теперь всем удачи и всем пока-пока.